становимся ближе. Всем привет на моем 266-м стриме. Мы продолжаем проходить игру I Wanna Kill the Camellia 2. Продолжаем убивать Destination босса. Ну что ж, уже мы его убиваем. Сколько по времени? Кстати, я забыл таймер дурацкий. Я забыл посчитать таймер. Сколько в тот раз-то мы остановились? По-моему, 8 часов, да, было? Или 6? 6. 6 часов, да, точно. Сейчас я... исправлю этот косяк по-быстрому. Поставлю, короче, что 6:00, я его убиваю. Сейчас, секунду, я все-таки по-быстрому гляну конец ввода, потому что, чтобы не ошибиться, 6 было или не 6. Так.
Да, было 6. Было 6. Ну там, да, было 5.56 даже. Короче, пофигу. У нас же примерный таймер, не точный, да? Точный у нас игровой. Хотя на самом деле он-то как раз не точный, потому что он не считает время на геймовере, но вы поняли мысль. Привет, Just Observer, Акиш, Хиппи, Старос. Что ж, приступим. Я вчера после стрима зашел на стрим к Тиджи. Ну, там, так, что-то поговорили, типа, спросил, как прогресс, там, да. Ну и, короче, в итоге он мне показал страту на желтую фазу Destination'а. Я не уверен, что я ее полностью понял, но мне кажется, что я кое-что понял. Сейчас будем проверять, короче, работоспособность. Мимо. Забыл включить хаткей. Так, с чего начнем? Синяя. О, я забыл, у меня настройки монитора опять полные, ну, с яркостью. Ну ничего, ладно, может переживу, посмотрим. Дурацкая смерть. Вот желтая. Значит, идем вот сюда. И каждый раз, когда яблочко летит вот так, справа налево, мы должны находиться слева от него. Типа, когда угол. Ну, видите, пока выжил. Проверим, насколько это рандом или нет. Но пока что вот сработало. Как ни странно. Опять дурацкая смерть. Ладно, сейчас соберемся. Привет, польская курва. Сейчас, надо собраться и проснуться. Здорово, Дефендер. Отстает звуковая дорожка. Подожди. Как ты это понял? Типа вот раз, два, три. Отстает, да? У всех отстает. Ну, подпишитесь, пожалуйста. Ладно, пока еще одну попытку сделаю. Нормально вроде. Старос, попробуй стоп-старт там сделать, я хз. Должно быть норм, говорят. Так, два раза синяя. Ну что, сегодня надо синюю это слить точно. А то мы все сливали, кроме синей. По одному и даже по два, и одну даже три раза. Ну это прям шанс. Изи убийство синий. Шип. Ну все, синие, короче, распечатались. Теперь мы все по одному убивали разом. Хотя бы по одному. Ну да, такой босс специфичный. Босс специфичный. Как бы... К
кто не может в такое смотреть, ну, извините, но я убью. Походу, страта рабочая, лол. Вообще лол, это реально, это вообще для меня шок. Я даже не понимаю, почему. А, ну я думал, там вообще рандом полный. Я вот уже 6 часов этого босса убиваю. Ну, в смысле, не сегодня, а в сумме. Около 6 часов. Ну, как бы тут не все боссы такие для глаз жесткие. Это вот именно этот такой. Ну и плюс тут еще и вообще как бы не только боссы, тут уровни есть и все такое. Но как бы я уже 6 уровней прошел, сейчас босс раш, а босс раш это 4 босса. 4 босса. Я где-то год назад, наверное, так же бы сказал бы, что, ну, типа, для меня это полная жесть. Сейчас как-то уже... Как-то уже терпимо. Так, срота. Черт, срота работает, я ни разу еще не умер на желтой фазе. Охренеть, просто охренеть. Я просто в шоке от этого. Ну вот сейчас, ну такое, да, ну просто я залажал, это чисто я залажал. Страта все равно работала, просто я неправильно сделал. Ну вот это неприятная ситуация, это переход с одной на другую всегда может затроллить просто очень жестко и сурово. Ничего не поделаешь в таких случаях порой. Просто микрить на удачу. Так. Ну как бы даже если эта страта не стопроцентная, вот как сейчас, да? Вот сейчас меня не спасла страта, пусть она не стопроцентная, но если она мне повысила вероятность прохождения этой фазы там процентов на 60, на 80, то это офигеть просто. Как бы пофигу там, 100% не 100, 100 не может быть, да, никак. Ну вот, но явно, явно стабильнее стало гораздо, я уже не боюсь желтую. Блин, ну тут сейчас... Так, что-то я как-то налажал. Вчера посмотрел экстру Toho 11, из которой эта музыка взята. Но это понятно, это ремикс, это не оригинал музыки. Вот. Блин, какая же там жесть просто. Мне кажется, она куда сложнее, чем этот босс, это экстра. Но выглядит, конечно, красиво, как обычно. Кр-
краска в мозг въелась. Блин, тут что-то не пошло. Нет, нестабильно, но я сегодня убил синюю. В итоге у меня каждое орудие хотя бы по одному разу было слито. Ну вот, в сумме уже 7 раз по одной сливал. Но нет, как бы пока нестабильно. Ну как бы опять же, то с учетом, что, ну, тут больше не по орудиям, а по времени надо судить. То есть по музыке. Но сегодня не зациклилась музыка еще ни разу. А зацикленная музыка, это теоретически может быть до 2 убитых орудий где-то. Даже может быть больше, чем 2. Но это если прямо не будут подряд включаться. Ой, я забыл про остроту, сейчас сижу и болтаю. Ну повезло. Сижу такой, микрю что-то в центре. Не. Ну, острота изичная. Ну, вот это сейчас даже что-то вроде зажало, а все равно острота затащила. Глупая смерть опять. Ну, тут непонятно, что было делать. Так что краник тоже не вечный. Краник уничтожили один раз. Осталось только теперь повторить все это за одну попытку. И все. И босс. Ну, и последняя фаза, точнее, увидел. Но последняя фаза, как я уже говорил, она такая, что если я до нее дойду, то есть не очень неплохая вероятность, что это и будет финальная попытка. Хотя, конечно, можно там залажать, но есть неплохая вероятность, что это будет финальная попытка. Вот это сейчас острота не спасла, да. Ну вот видите, иногда все-таки бывает, что не спасает эта острота, но тем не менее она хороша. Может быть, я что-то не до конца все-таки понял в этой строте, поэтому она меня не всегда спасает. Не знаю точно. Ну, мне кажется, я понял нормально. Ой-ой-ой, вот это очень сейчас неприятно. Вот это было очень неприятно, переход. Я не мог сконтролировать это. Так, вы что, красные зажали меня? Наверное, теперь опять у меня красная самая нестабильная. Была желтая, теперь красная самая нестабильная. Блин, я видел его. Я его видел, но что-то уже все было поздно. Нет, желтая со остротой вообще перестала напрягать. Вот я реально, я на ней почти не напрягаюсь. До этого я на ней прям волновался, не мог, это паника и все такое. А сейчас, ну.
Ну, желтая и желтая. Посчитай, сколько раз я умер на красной и сколько на желтой. За сегодняшний стрим. Блин. Ну на синий умирать, конечно, это такое. Ну причем, ладно, на переходной фазе, но просто так. Что-то совсем не очень. Привет, на почему 194 часа-то? Смайли... Не, нельзя. Ну, как бы, в принципе, знаешь, если бы это было бы Dance, то есть, где нужно было не стрелять, а ждать, то это было бы, наверное, даже хуже. Ну, хотя, если бы внизу не было шипика, наверное, все-таки было бы проще. Да это почти как AvaDance, это почти как AvaDance, потому что, ну, стреляю я по шипику, и пули сами наводятся, как бы, почти что как AvaDance играется. Не-не-не, Снап, на 200 часов это полковник в Камиле 3, а этот на, там, 20-60, типа того. Ты попутал просто. Нет, это не на 200. Ну и то, может быть, я его даже быстрее, чем за 20 часов убью. Ох, вот это было сейчас. Хедшот. Оу, ну это... Девятнадцать, пятьдесят девять, пятьдесят восемь, что? А, в смысле, сколько я потрачу? Может быть, на, может быть. Да блин, не туда пошел. Так, на сегодня, получается, я краник слил и подушку-пердушку слил. По разу. Надо бы уже два орудия за одну жизнь снести. По сути, когда я перестану умирать на самих фазах, именно не при переходе, а на самих фазах, да, то все, останется только на рандомить, чтобы не было противных переходов. А это не так-то... Вот сейчас, видите, я умер просто на фазе. Не было перехода. Это плохо пока. Но вообще, Снап, мне говорят люди, что у меня прогресс nice. Ну, типа хороший. Но
Я сам пока не могу оценить толком. Ну как бы, вот если я убью хотя бы 2-3 орудия там, да, в течение пары, ну скажем, на этом стриме, допустим, да, то это точно будет очень хороший прогресс. Но это если будет такое, да? Это если. Вот это сейчас вы видели, да? Так нельзя делать. Ну не умирай так, ну не умирай так, пожалуйста, что за тупая смерть? У меня вот такие смерти просто вымораживают. Ну, в любом случае, как бы... Неплохой, как бы, в любом случае, да, то есть... Хороший, неплохой, но типа, значит, не все так уж плохо. Давай скажем так, не все так уж плохо. Задумался, неважно. Вы представляете, да? На желтом фоне летит огромное синее яблоко, которое видно просто за километр. Я умудряюсь под него попасть. Ну, снап, как бы, ну, шутка понятна, да, но на самом деле имеется в виду, то есть при какой стабильности можно говорить о том, что босс скоро будет пройден, я это имел в виду. То есть какой стабильности будет уже достаточно. На самом деле, если хорошо нарандомит, да, то я могу убить босса как бы в любой момент, ну реально в любой момент. Хотя, даже хоть и я ни разу не убивал даже 2 орудия. Но это нужно, чтобы хорошо повезло. Ну прям вот ништяк. А чтобы как бы даже без хорошего рандома убил, надо все-таки ну, стабильность повышать. Фух! Это сейчас было. Очень так как-то и сейчас тоже. Так, синяя хочет отъехать. Хедшот. Хотя не знаю, там хэт, не хэт, но шот точно. Кран-шот, короче. Я не знаю, меня не выпускают. Ну, меня не выпускают. Просто повезло пока. Как я умер? Просто надо было идти. Я вообще зачем остановился? В
Вот пока снап такие смерти есть, вот такие, да? Ну как бы речь об убийстве не идет. Вот таких смертей быть не должно. То есть как бы когда зажимают, там, ну ладно еще, да? Хотя и то, как бы со стратой на желтую, где там на красный только зажать может, по сути. И да, я был неправ по поводу того, что на этого босса никаких страт нету, да? Нет, на него есть страты, и на самом деле не так мало, как может показаться. Так что, действуем по страте. Зажимает. О. Так, стоп. Да, это не важно, ну какая разница, я, мне кажется, еще стабильность не такая, чтобы... Ну давайте с красной начинать. Ну мне кажется, это не имеет сейчас большого значения. То есть, если бы я хотя бы мог бы два орудия там выносить, да? Ну, как бы... По-моему, сейчас это нет в этом смысла, слишком рано этим заниматься. Сейчас очень непонятно было. Опять из-за перехода. Я все время забываю на Good Game сменить этот заголовок. Сейчас что-то опять вспомнил. Странно, я уже не надеялся сейчас, что я размикрю это. Надо было из угла выходить. Буду я с любой начинать все-таки, пока, то есть, как бы о чем уже говорить, если бы я выносил там все время, скажем, синюю и фиолетовую, или на них не умирал никогда, то тогда бы можно было пропускать, а так какой смысл, если я даже на них бывает умираю.
просто что-то пока много здоровья. О нет, красная после желтой. Так. Вроде терпим. Но если фиолетовая включится, то она минусанется. С двух выстрелов. А по что я умер, я даже не видел. Я просто даже не видел, по что я умер. Я не видел там яблоко, я просто прыгнул, а оно там появилось походу. Я даже не видел, обо что я умер. Просто тупо не видел. Вообще, конечно, вот мне интересно, как автору Айвана Биза Destination пришла в голову идея этого босса. То есть, если он вдохновлялся Тохо, потому что музыка оттуда, да, и типа атаки тоже, относительно могут как-то напоминать, да, какой-нибудь Тохо, типа много пультов на экране, тут много яблок, да, то тогда что символизируют эти орудия, непонятно, это как бы никак вообще не связано. Да там провод натянут, надо подальше его высунуть. Я просто сегодня сдвигал ее, точнее вообще убирал на другое место. Возможно, поставил как-то криво. Попал. Думал туда пройду, но не пошло. Вот на красную наверняка тоже есть строта, вот на красную я не знаю строту, поэтому умираю вообще как бы в любой момент абсолютно. Может быть, снап.
как ни странно, автору удалось создать уникального босса. Зачем я на желтом начал прыгать? Так, я опять расслабился, короче, умираю на какой-то вафле. Привет, Зеро. Куда оно полетело? Вот это сейчас что такое было? Опять, потому что страты нету, и я меня зажимает. Как не быть зажатым там, непонятно. Какой-то есть способ, потому что, ну, этого босса на спидранах там проходят попытки с четвертой, там, ну, то есть, значит, тут все стабильно, может быть, теперь желание. Привет, Михаил. Отлично, с красной начинаем. Красные начинают и выигрывают. Да что такое? Опять красные начали и выиграли. Фиолетовым не дано так. Что-то я выбился из страты. Комбо! Да. Что-то прогресс не прёт, вообще не прёт пока. Я начал умирать на желтый. Почему? Для кого? Да почему? Почему страта перестала работать? Я не понимаю. Чушь. Зачем я сейчас так размикрил? Это было очень опасно. Нельзя так делать. Ну, что-то я не знал. То ли в шип, то ли в желтое яблоко, то ли в синий булыжник.
Она тренилась, Just Observer, она тренилась, отвечаю. Не знаю, куда идти. Разобрался. Уф. Как я умер? Я неужели я не видел какое-то яблоко? Мне казалось, меня сейчас ничего не убило. Просто так умер. Я вообще не понял, в чём я умер. Неужели в слепую зону попало? Блин, обидно, я там так размекрил круто. Хотя чё обидно, все равно рано или поздно умирать надо было, потому что, ну, не затащить же прямо сейчас босса. Вот это сейчас трота опять сломалась. Ну хотя как, надо было там прыгнуть просто пораньше чуть-чуть. Ага, красные начинают и выигрывают. Или не сегодня. Точнее, не в этот раз. А, они повторяют. Я не прыгнул второй раз, что ли? Ой, как я чуть не запорол сейчас. Ой, потная катка. Шипик, 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 шипик. Слышу телефон, что фонит, ну лол, я хз почему. Он далеко вроде лежит. Не выпускает из угла. Выпустил. Краншот. Ух, вот сейчас повезло немного. Немного везения никогда не помешает. Целом. Я мог желтую вынести. Я мог желтую вынести. Ну, в принципе, там. Ну, очень близко было. Там у него 3 хп где-то оставалось.
Если бы я вынес желтую, то шансы на победу были бы весьма, весьма такие. То есть желтый, фиолетовый нету. На синий умирать как бы это какая-то фигня, да? Ну красное, ну такое, ну как бы, ну теоретически можно. Ничего, ща. Ща прогресс попрёт. Должен. Сколько можно с одним убитым орудием сидеть. Джек, давай не это, не каркай там, ок? Не думаю, что в этой попытке я на синий умру. Ну, да. Подожди, то есть по атаке ты не поймешь, на какой ты умираешь, да? Тебе только именно цвет важен. Атаки же не различить без цвета, правильно? Зачем? Зачем пошел туда? А, тогда есть вариант, ок. Ну я типа там хотел выйти из этого, ну, как бы, чтобы не зажал, а в итоге я сам себя затроил.
же опять как-то неловко прошелся прям под яблочко. Сейчас опять зажимает. Ну. Такое. Зачем? Ну блин, вот каждая смерть, просто каждая смерть. Зачем пошел зачем? Зачем туда прыгнул? Зачем туда пошел? Да я еще и пушку не добил, один выстрел остался. Просто вот я каждая смерть, она каждая практически глупая. Я просто не понимаю, как это происходит. Привет, АРЗ. Что-то у меня. Блин, дурацкая. То есть, смотрите, получается так. Исключаем дурацкие смерти, босс пройден. Ну, с пары попыток буквально. Но только надо исключить дурацкие смерти. Смерть была на самом деле сейчас ну такая, ну нормально, в принципе. Да, неприятная ситуация была. На скеле, конечно, можно было бы вытащить, но его недостаточно. Да, я обратил внимание, что у желтой осталось мало. Минус батарейка! Хотел сказать не вафлить, но это обычно плохо заканчивается. Double kill! Нет! Такую смерть мне не простят. О, такое мне не простят. Жесть. Красную и желтую убил. Просто и синий вот столько осталось.
Ну, это прогресс, это просто за 6,55. Считайте, сейчас могло быть 3 уничтожено. 3? Где там 3? Пред P2. Ну это просто вот как раз тот случай, когда подфартило. Дурацкая смерть, да. Ну такая, ну можно было избежать явно, даже мне. У меня глаза устали, когда вот я слился, у меня уже глаза устали, я не мог микрить. Это проблема. Это проблема, к сожалению. Моргать необходимо, необходимо моргать иногда. Фиг поморгаешь тут. Замедлением времени, говорит, проходишь. Что вот что-то нет. Чё, как там Фабино? Кто-то смотрит? Там Кая проходит. Оригинального. Ну, я плохо очень, что я в углу начал эту паузу. Нету паузы. Нет тут паузы никакой. Заметил отсутствие. На самом деле я тоже не заметил, что уже неделя прошла. Мне казалось, прошло пару дней. Мне кажется, он врет, что неделя прошла. Ну хотя вроде бы объективно прошла. Ну как-то странно. По-моему, пару дней прошло. Возможно, все-таки я не замедляю время, а ускоряю для себя. Нет, не при... Ну, в среду он был тот стрим-то. Идет-то третий. В среду же был. Или в четверг. В четверг был. Все, прошла неделя. Как бы это ни было странно, да, но неделя прошла. Очень странная неделя, короткая получилась, но неделя. Походу дни были не по 24 часа, а поменьше. Ну, короче, намашнил что-то.
Опять, вот это опять дурацкая смерть. Снап, что ты издеваешься? Думал, проскочу. Там справа шип все равно прижимал, так что там. Это была не дурацкая смерть, это была нормальная. Нет, хочу механическую. Привет, Фейсген. Я снес два орудия, почти три. Там оставалось один или два хп, чтобы три орудия снести. Причем я снес желтый и красный. И почти снес синий. Ну ты представляешь масштаб трагедии? Я бы еще бы там несколько секунд, я бы добил синий, и у меня бы остался бы только один фиолетовый, на котором завафлить уже, ну просто, ну ты понимаешь. Можно завафлить на фиолетовом, но это было бы еще большей катастрофой. Ну, фейсген, да? Shit always happens. Так я потому что в чат смотрел. Привет, Аив. Меняй следующую клавиатуру. Клавиатура — это расходный материал для Ivan.
памяти. Ну, то есть так ты шифт не найдешь, да, если надписи нет. Ну, то есть, как бы, если надписи нет, то ты забудешь, что эта кнопка, она, это shift. Знаю, я все клавиши вроде уже запомнил, мне не обязательно, чтобы именно... То есть мне нужно видеть в целом клавиатуру, но так я помню, где какие буквы там находятся и так далее. Я прям шифтом, по-моему, вообще никогда не пользуюсь. Только для отмены. Для отмены прыжка. Видели? Это типа волшебным образом страта сейчас затащила, что ли? Там печатаю. Ну, если именно надо одной, там, типа, второй рукой, там, не знаю, булку жую, грубо говоря, то, наверное, все-таки, да, правым. Но я это делаю машинально. Поэтому забыл про это.
Да, ну куда? И вообще в шип не пострелял, ну фиг с ним, главное жить. Всех опечатки. Просто ты исправляешь все. Что я сейчас делаю? Я забыл про остроту, просто начал просто так мифрить. Задумался немножко о, о каких-то вещах непонятных, о которых сейчас не стоит думать. Да ну, ну вы это видели, вот это сейчас было вообще, как бы, ну... Секретной трики нет. Но тортик, наверное, куплю.
Что это? Не знаю, на трике пока не задумывался. Пойду в магазин, что понравится, то и возьму. Три ластика. Привет, Владислава. Давно что-то ты не заходил. А, или ты там просто не пишешь? Сна, по-моему, сумасшедшая уже то, что я в это играю. Разве нет? Зачем на сумасшествие еще делать сумасшествие? Наоборот, может быть, что-то адекватное сделать. По-моему, нет. Но по какому-то другому поводу брал. Ну, я имею в виду связанным со стримами. Вот не могу вспомнить по какому. Обо что? Когда мы играли в кооп? Нет, я ел... Ну там пирожное было какое-то. Но нет, ну это оно просто было не в тему. А то я прям специально в честь какого-то там... Ну типа что-то сложное прошел или типа того. И специально ради этого тортик забрал. Не помню. Что? Ну, вроде не Солгрин. Вроде не Солгрин. А может и он... Не помню. Что-то все перемешалось в голове. Может, Гетрект прошел когда-нибудь. Не помню. Не, вряд ли.
Ой, извините. Я просто вообще в шоке от такого. Минус желтая. Просто... На самом деле, пока остроты нету, то желтая еще полная срань. Как видишь, даже со остротой зажимают иногда. Ну я... Синяя вообще, такая синяя. Потому что на синей нужно очень сильно смотреть по всему экрану именно. То есть наверх сильно. А на всех остальных можно практически не смотреть наверх. А вот на синей нужно контролировать булыжники эти. Это, блин, когда глаза уже уставшие, это, блин, проблематично. А еще переходные фазы. Ладно, я сам в яблоко пошел. Ну там было тоненько, правда. Куда оно отскочило? Не понял. Оно что, обратно отскочило? Я даже не увидел. Ну, я на прошлом стриме 6 раз. На прошлом стриме 6 раз одно орудие выносил. Где острота? Подожди, где острота? Обратно отскочила, тогда подстава. Оно не должно обратно отскакивать. Ну, то есть, серьезно, не должно. Это типа баг, я так понимаю. То есть у него, по идее, угол падения равен углу отражения. А обратно отскочила, это баг коллизии, скорее всего. Наверное, прям на стык блоков попало, что ли. Это не как кольца у Мегамэни на Боше. Тут все по физике должно быть. Ну, по псевдофизике, понятно. Ну, блин, хорошая острота, Снап, на самом деле. Я такую остроту люблю. Желтое не увидел. Знаете, есть еще такой фактор странный, что когда у тебя красная фаза, допустим, да, вот как сейчас было, и красные яблоки,
Ты желтый, хотя они такие яркие, желтые, да? Но ты их не видишь, потому что просто мозг их не воспринимает. Это примерно как коренное население Америки не увидело корабль приплывающий, да, потому что они как бы, ну, их мозг не, как бы, так скажем, не хотел это видеть. Ну, они не понимали, что такое может быть. И тут такой же фактор сработал. То, что мозг как бы просто это не увидел. Глаза видят, а мозг не воспринимает. Потому что я слежу за красными яблоками. Хорошо, когда... Я понял. Хорошо, когда синее не идет подряд. Ну, синее, синее, синее. Потому что иначе глаза слишком устают. Это следить. О, опять эта смерть. Опять. Первый раз за ЧПТЛ, ну нормально. Ну блин, как так-то? Прошли игру. Что-то не по плану, не по плану. Я не умер, ну ладно. Привет, Фербер. Ну, да. Просто все в кучу, просто все в кучу. Привет, Индивис. Я сносил два орудия, почти три. Там не хватило вот столько, вот тут столько, вот столько. Я на скиллухе еще чай попил. Чай с мороженым? Ну, снап, ну, что-то такое специфичное. А, налил, а не попил? Ясно. Ну, тогда другое дело.
Пожалуйста, смерть 10 из 10 опять. Причем я желтую опять почти снес. Ну, опять зажимает красная. Да, конечно, для меня важнее снести красную, а не желтую. Вот она хочет как раз снестись. Ну почти. При следующем включении должна быстро сдохнуть. Ну не очень быстро, смотрю, там 2 или 3 хп осталось, все-таки это не один. То есть может и зажать красное, если включится. Успеть, так скажем. Куда? Вообще непонятно было. Ну это ладно, это я так не собрался начать. Да, я должен был уйти. Синяя. По крайней мере, синяя меня не убьет. Что ж ты делаешь-то? Ну тут такая смерть на самом деле не очень обидная, потому что, ну, вроде бы действительно сложно там было сейчас. Ну просто как бы все равно жалко, блин, одного орудия снес. Ну, по крайней мере, я себя не виню в этой смерти. Игра виновата. Вот это тоже. Снап, зачем? Это... Два орудия сносил максимум. Причем у третьего орудия оставалось 1 или 2 хп.
Красный почти конец. Да ну, я бикрил как мог, просто как мог. Я сохранял хладнокровие, я просто подпрыгнул, чтобы она пошла, но оно просто мне не дало, просто не дало. Почему больше 20 часов? Ты не видишь таймер на экране? Вообще тоже непонятно было. Там просто завалило. Если бы я даже налево пошел бы, я бы не вымер, не выжил бы. Опять неприятная фаза. Честно говоря, несмотря на то, что фиолетовая несложная, я, наверное, в душе хотел бы ее первой бы убивать, потому что она такая какая-то вот затраливающая. Хотя она несложная, но просто на ней, наверное, обиднее всего умирать, поэтому лучше ее первой убить. Ну, снап это для чатов, где сообщения валятся просто по штук по 20 в секунду. Ты заходил на Games Don't Quick, международную трансляцию? Там прочитать что-то в чате невозможно. Это знаешь, тот случай, когда в чат пишут такие сообщения, типа, чат бежит так быстро, что никто не узнает, что я, и, ну, там дальше уже... Насколько фантазии хватит. А чат ты смотрел там? Там жесть.
На Godgame, кстати, тоже такая функция есть. А на СК2-че такого большого чата не бывает, Пека. Сейчас я не сделал дурацкого прыжка, от которого бы умер. Ну, это частая ошибка. Хотя была та ситуация, при которой я его делал. Ощутишь все равно. Ну, к тому же, это как бы все-таки, ну, крайность, да, снап. Есть и более, ну, где все-таки, ну, не так много, да, зрителей. Скажем, по несколько тысяч. Из них в чате может быть сотня, и это уже довольно стрёмно. Я это опять не увидел. Опять оно отскочило обратно. Отскакивает, блин. А у меня обычно в то место, куда яблоко полетело, там слепая зона. Или слепое пятно. Ну, потому что, типа, мозг думает, что раз оно улетело, это уже меня уже не касается. Ну,
как бы, ладно, если еще изо рта летит. У Мика. А то я всякое видел. Но это, по-моему, уже устаревшая тенденция Snap. То есть сейчас, по-моему, такого уже почти не делают. Выжил. Я выжил. Просто так. Взял и выжил. Если бы все такие выживания были бы на скилле, было бы, конечно, круто. Но это, к сожалению, было не на скилле, это было на рандоме. Красная хочет отъехать. Знаете, почему я сейчас умер? Потому что я хотел добить красную. А надо сохранять хладнокровие, не торопиться. Убьется, так убьется. Нет, так в следующий раз, когда появится. Ну, спидранеры очень классные боссные трики. Я не знаю, что тебе не нравится. По-моему, очень классный. Мне лично очень понравился. А как раз про который ты говоришь, ну тоже нормальный, но чуть меньше. Чуть меньше. Может быть, тебе просто не нравится Абвейденция, как бы именно. То есть тебе именно хочется стрелять в босса из-за этого. Но спидранеры очень хорошие Абвейденции. Таких еще поискать надо. Где этот шипик? Ну, я ждал-ждал шипик, ждал-ждал. Ну, не знаю, видимо, ну... Может быть, тебе музыка такая не нравится. Я не знаю, но босс хороший, босс хороший. Так что это тебе лично не нравится, но босс хороший. Так он же вообще не стримит. Когда последний раз на трике стримил? Месяца два назад, по-моему. Ну, я имею в виду, по крайней мере, рект. Есть такое, Джессапсер. Ты, блин, отошел, называется. А, что я делаю? Я завис. Шипик ждал опять.
Жесть. Красный отъехал. Что делать? Я опять зажался. Ну я зажался. Это очень сложно выйти. Когда ты отжимаешься, очень сложно выйти. Лучше до этого не доводить. Но если довел, очень тяжело оттуда уйти. Тем более, что шипик может поехать. Сверху летят. И плюс сама вот эта вот атака. Ну, очень, короче, сложно проконтролировать выход из угла. Блин, красный слил, ну... Да ну нафиг этот фиолетовый. Да ну нафиг фиолетовый, говорю. Все. Удачи, Снап. Зачем такая дурацкая игра нужна, где нужно много спамить и нет турбокнопки? Ого! Вот это сейчас было опять в угол, в угол, в угол. По поводу давай проходи, но вы слишком рано, на слишком ранний стрим пришли. Я лишь 7 часов на нем. Люди это по 60 часов проходят некоторые. А, 8 часов я на нем. 'Понимаешь, что сложного? Я тебе даже не буду сейчас ничего отвечать, просто... Просто я могу тебе скинуть сейф. Хочешь? Не, серьезно, хочешь? Скину сейф тебе. Потом ты скажешь, что тут ничего сложного.
давай это будешь пробовать на стрим. Ну, по крайней мере, если ты собираешься больше, чем 2 минуты играть. Ну, то есть, если ты хочешь именно пройти. Да я тебе с игрой прям скину. Я пока просто сделаю сейчас бэкап, а скину потом. Ну вот, давай на стрим как раз. Все, я сделал бэкап, потом скину. Может быть, он для тебя действительно будет несложным, кто его знает. Каких только людей нет. Которые, может быть, ты там, ну, как-то отлично почитаешь атаки. Ну, тогда, может, у тебя все хорошо пойдет. Не знаю. Может, выносливость высокая. Именно физическая. То есть не то, что там горит, не горит, да, я не про эту выносливость, а именно. То есть глаза, вот это, да, внимание. Музыка, кстати, ну, я уже говорил, но я не знаю, Дивис, может, ты прослушал Истоху из экстра 11 части. Так что тебе в какой-то степени это близко должно быть. Что я сделал? Вы, кстати, мог выжить. Посмотрим, иди. Да, да, желтая сложная, остальные не представляют никакой угрозы. И именно так и происходит. Первые минут 5 стрима. А потом ты начинаешь уставать, и все, ГГВП. Плюс рандом зажимает. Случайные движения не туда. Да, он меня пропустит, нет, ну вот это легко было сейчас размикрить. Ты знал, что делать нужно? Да, я буду много пек ставить и злобных ухмылок, да. Именно так. Не знаю, где он. Так а что непривычно, он далеко не на всех стримах сидит.
Вообще жесть сейчас была. Просто мне повезло. Вот видели, там был разрыв, в который я пролез. Вот мне просто повезло. Если бы его не было бы, все. А его могло не быть. Что-то чуть-чуть не рассчитал, чуть-чуть не прошел. Налево, направо, направо, налево. Долго думал. Блин, ну зачем я так делаю? Ошибки я допускаю, ошибки. Уже как бы, ну, то есть это вот сейчас было опять же. Была моя ошибка, игра как бы, ну, там же рандома нету. И это был не резкий переход фазы. Значит, это чисто моя ошибка. Фигню какую-то сделал, случайно выжил опять.
Почему? Вроде бы долго выживают, в принципе. Ну, никак, конечно, в лучшие попытки, но... Да, вот этой мелодичной музыки-то я дохожу периодически, а значит, это неплохие, в принципе, попытки. И, кстати, индивид по поводу «я проходила в Эйденции посложнее» нет. Я не проходила в Эйденции сложнее. Не знаю, как бы в Гитректе последний... Да нет, да там фигня, да какой лол, удаляй. Это самый сложный. Возможно, это вообще самый сложный босс, которого я когда-либо убивал. Вообще вполне легко может под это звание подойти. По крайней мере, по статистике того, как его убивают. Пока что еще, ну просто как бы вот оригинальный Салгрин, да, он занял очень много времени, но тогда я вообще не умел играть. Так что очень сложно сказать, является ли оригинальный Салгрин самым сложным боссом, которого я убивал. Ну, наверное, все-таки нет, потому что, то есть, все-таки я вафелька был слишком. А сейчас я уже опыт имею какой-то, и все равно, смотри, 8 часов, а я, грубо говоря, половину босса только поубивал. Как? Это было очевидно. Ай, нафиг фиолетовую первой атакой. Ну, красная пойдет. Надо не бояться красную, надо атаковать красную. После каждой никаких. После уничтожения всех будет финальная стадия. Опять фиолетовая первая. Ну хрен с ним, ладно, побью. Рискованным образом побью. Жадность — это не лучшая идея. Никогда не жадничайте на этом боссе. Ну что же я делаю-то? Ну что же я делаю? Зачем я пожадничал опять? Я лету хотел убить. Я знаю, что это очень глупо и очень просто вообще. Я даже в камеру не могу смотреть. Но я не могу ничего с этим поделать. Нет, я не спойлерю себе Дэнди Рус. Я не спойлерю себе Камилку эту. Ну, блин, просто
зачем я так делаю? Непонятно. Опять зажался. Дмитрич, было максимум, короче, две убитых, причем желтая и красная, и у синей оставалось 1 или 2 хп. Ну такая попытка, правда, одна была. Ну и кучу раз по одной убивал, это уже норма, в принципе. Сбился со счета, сколько раз убивал по одной. Да откуда 3? 8 часов я на посте сижу. Ну теоретически, конечно, может быть, но... Нет. Не 3. И 2 только было один раз. Я совершаю очень глупые поступки порой. Очень глупые. Из-за этого я не могу... вообще босса убить. Так бы, возможно, я бы уже вообще босса бы убил бы. Если бы не совершал бы очень глупые поступки. Типа пожадничал в конце, когда орудие можно уже добить, и из этого умер там. Или просто прыгнул в яблоко, вообще абсолютно низ, которое как бы, ну, ничего не зажало, ничего, ну, то есть просто так. Хрена сейчас я выжил. Вообще, по идее, мне нельзя просто смотреть на сколько осталось здоровья у этих орудий, просто не смотреть на это. Зачем мне это надо? Отвлекаюсь, плюс начинаю там всякую вот эти жадничать и всякую фигню делать. После второго торнадо, ну, что чувствую. Ну а как тогда, по-твоему, я пожадничал там и так далее? Ну, я же видел, что осталось там чуть-чуть. Резорга, 2 орудия убивал, и у одного орудия оставил 2 хп или 1, типа того. Причем я убил желтое и красное. Желтое и красное убил. И у синего 2 хп или 1 осталось. И умер, естественно, глупо. На синий. Так уже по третий день, по-моему, идет резорга. Так что, по-моему, твой прогноз уже не сбылся. Ну, видишь, уже 8 часов. Ну как, уже? Для этого босса это еще. До башни уже дошел? Ну, молодец, нормально.
Может, реально сегодня Кая пройдет. А, еще 3 дня. Ну. Может быть, может быть. Хотя бы вот эту ошибку я вроде перестал совершать, когда я просто вот на фиолетовый умирал, прыгая в яблоко, ну, в центре экрана. Это уже как-то радует хотя бы. Давно, по крайней мере, так не умирал очень. Надеюсь, что больше такого и не будет. Опять оно отскочило не туда. Ну, повезло просто. Куда оно взялось? Мои глаза, где они? Просто... Откуда оно взялось? Так я уже стримлю, Градик, 2,5 часа, привет. Я уже 2,5 часа сижу стримлю. И, между прочим, я ему даже об этом сказал, что я ухожу. Но у меня тут тоже, видишь, кит бегает, как и у него. Это сейчас я неудачно сделал. Так на Этрике прикол в том, что они появляются, ну, часть из центра, а часть сверху падает. В итоге, каким образом оно могло случайно оказаться сбоку, ну, в смысле, незаметно, да, ну... В слепую зону попал, в слепую зону. И не только мне, по всей видимости. Но реально оно просто так не появляется. Такого не может быть. Чё-то фигню сделал.
костерок. Играть, Аим, играть. Я только что, по-моему, осознал страту на красную фазу. Посмотрим, проверим. По-моему, лоу. По-моему, я зря все это время на ней сливался. Ну, по крайней мере, в углу. Да, почему оно наверх отлетело? Я не понимаю. Пока работает. Опять куда надо было уйти? Куда? Смотрите. Редрак соло. Почти 3 орудия убил. Один раз. Да, это важный момент. Один раз. А по одному постоянно убиваю. Ну, как постоянно. Под конец стрима уже, конечно, сейчас устал. И реже стало получаться. Но кучу раз за стрим было. Тогда по одному. Thank you.
вот это опять опасный переход был, жесть. Хо-хо. Я не могу, мне кажется, такая смерть, она одна нервная клетка умирает. Какая нет. Такая нет. На красную острота, короче, работает в целом. На красный стал гораздо меньше, да, вроде умирает. Ну и меня желтые сбили с толку, желтые сбили с толку. Сейчас я сам себя сбил с толку. Вообще не знаю, что я сейчас сделал. Привет, Кеша. Короче, я думаю, на сегодня достаточно. И так настрадался. Очень, конечно, выносит мозг этот босс. Чё там, Фабино стримит, да еще? Сейчас тогда захостим его. Отлично, стримит еще. В общем, все. А, чё, офлайн? Не понял. Что-то он офлайн. Или
где-то Twitch упарывается. А, все, Twitch упарывается. Все, тогда на этом стрим закончен. Всем спасибо, что сидели. Я жесть как устал, хотя стримлю все меньше 3 часов, ну потому что это Destination, это просто ужас. Все, всем пока.